Всем привет, 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 привет. Как водится, у нас опять ночь, а мне опять захотелось чего-нибудь интересненького сделать. Вот я отобрала вот такие материалы, у меня давно лежат. Вот эти бусины, все как-то у меня не складывалось с ними. Они темные такие, вот немножко разного цвета, такого серо-голубого. Ну, цвет одинаковый, но разного немножко оттенка. Вот у меня есть такая цепь. Их было два куска, я их уже давным-давно соединила. Вот так. Ну, то есть, чтобы можно было застегнуть, расстегнуть. Вот, вот такая цепочка, я думаю ее сюда применить. Также отобрала бусины вот такого кораллового цвета. А потом глаз упал вот на вот эти бусины, такие из Теди, они совсем такие детские, но очень красивого яркого цвета. Это у меня осталось от переделки предыдущих бус. В общем, не знаю, я посмотрю, какие я буду ставить. Также тоже такие вот у меня проставочные бусины пластиковые. Я их покупала в Теди. Ну, это колечки темного цвета, темной фурнитуры. Но вот с Алиэкспресс вот такие серые бусины стеклянные, они небольшие. Ну, не знаю, может быть, понадобится для чего-нибудь. Ну, так отложила. Ну, и так немножко фурнитурки такого цвета подходящего. Ну, а что у меня получится, я вам, конечно же, покажу. Всем привет, 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 привет. Это снова я и мои новые бусы. В общем, когда-то давно я покупала множество браслетов керамических у нас на нашей барахолке. В общем, использовала розовые, использовала зеленые, использовала там разных других цветов. А эти, вот такие серо-синие, у меня лежали долго невостребованными. То есть к ним уже был отложен материал. Я хотела непременно использовать вот эту цепочку. У меня еще бисер есть такого же цвета. Вот он здесь присутствует. Я все хотела их, так сказать, совместить воедино. Но, как обычно, мне всегда чего-то не хватало. Ну и, в общем-то, в один прекрасный день у меня вдруг все сложилось. Пазл сложился. Я купила в Теди красные вот такие бусины, целый пакет, вернее, целых два пакета. Ну, в общем-то, я из них сделала бусики, я уже вам их показывала, они называются «Новогодняя гирлянда». Но прежде чем делать бусики, я из них отобрала вот эти красивые, на мой взгляд, приличные бусины. Вот, они немножко неправильной формы, если смотреть на них в профиль. Вот, но смотрятся они довольно-таки неплохо. Вот, в наборе было две вот таких бусины овальных. И вот такие вот бусинки, которые такие ромбики. Вот я их отобрала. И была одна бусина вот такой вот формы, формы цветка, она плоская. Вот. Также я вспомнила, что у меня есть серый браслет, который я покупала здесь у нас на рынке. Это бусины, ну, стеклянные бусины. И есть у меня вот такая маленькая бусинка, одна еще. Ну вот, да, я использовала. У меня их было чуть больше. Их было три штучки вот таких керамических бусин, это тоже был маленький браслет. Ну и, в общем-то, я решила все это дело использовать. В общем, как я собрала эти бусы. Вот, акцентные бусины красного цвета и вот такие фрагменты из серых бусин. То есть все вот эти серые керамические бусины, они все разной формы. Серый браслет, который я разобрала для этих целей. Вот вверху я поставила самые темные бусины. Ну, а дальше уже, как говорится, как придется. Вот. Шапочки я здесь не использовала. Я здесь использовала вот такие вот, даже не знаю, как сказать, пластиковые такие цветочки, да? Снежинки, цветочки. Мне не хотелось сюда шапочек. Ну, в общем-то, собрались у меня вот такие бусы. Бусы мне очень нравятся. Они очень интересно смотрятся. Вот, настал вопрос. Как же мне их соединить вот с этой цепочкой? Эта цепочка, она разъемная. Здесь есть вот место, где вот эти звенья можно разогнуть, разжать. И, понятное дело, тросик в любой момент может ускользнуть. Да, поэтому я придумала вот такие коннекторы из бисера. Ну, в общем-то, я просто пропустила тросик сквозь кримпы. Потом набрала определенное количество бусин и завела обратно в кримпы. Прежде протянув сквозь вот это вот, господи, сквозь звено вот этой вот цепочки. В общем, получились вот такие бусы. Смотрятся не очень нарядно. И цепочка их обогатила. Ну, единственная цепочка была длинная.
я по 5 звеньев убрала. То есть с каждой стороны я убрала 5 звеньев. Ну и вот надела вот такой серый, темно-серый вот такой вот замочек. Получились вот такие бусы. Сережки я сделала на черных шмензах. На черном, вот, черное колечко, темное колечко. И я их сделала немножко асимметричными. То есть, вот, ну, тоже на черный пин там внутри. Ну, вот, у меня стоит вот такой цветочек, да, вот, который я использовала в бусах. Вот, потом бусины. И заканчивается вот такой вот подвесочкой. А эта штучка, она наоборот. То есть, вот цветочек, керамическая бусинка здесь стоят внизу. Да, как бы на ушах это незаметно, но, в принципе, интересно. Ну и это был готовый комплект. То есть я не планировала делать браслет. Но так как у меня освободилось по 5 звеньев, с каждой стороны я сняла по 5 звеньев, я решила, что мне нужен браслет. Но вот этот цветок, я его уже использовала в браслете для бус новогодняя гирлянда. Пришлось мне распустить этот браслет и сделать, использовать эту бусину для этого браслета. Ну, то есть больше ничего. Я же не могла сюда какое-то там сердечко подсоединить. Вот. Я решила, что будет цветочек, и это будет более-менее уместно. Вот. Здесь очень крупные такие, очень крупные отверстия вот в этой бусине. Я их прикрыла черными проставочными бусинками, ну, металлическими. Вот. Прибегла к такому же приему, как и в бусах, да. То есть я сделала вот такой небольшой такой бейлик, да, из бисера. Ну, и в общем, собрался у меня вот такой браслет. Двух одинаковых бусин у меня не было, но у меня был маленький браслетик разноцветный, и там нашлась ровно одна серая бусинка, вот такого же диаметра, вот как эта керамическая. Цветочков вот таких у меня не было, не осталось, поэтому я поставила два вот таких ранделика с камушками. Тоже получилось неплохо. Но мне 5 звеньев было много, я использовала по 4 звена, еще по 2 звена у меня осталось. Вот. В общем, получился вот такой браслет. Большого замка у меня, к сожалению, не было. У меня был маленький замочек. Ну, маленький относительно. Ну и вот такая дополнительная цепочка из колец черного цвета и из восьмерочек темного цвета. В общем, получился вот такой красивый набор. Назвала я его «Серый кардинал». Ну, такое. Вот так смотрится. Браслет очень красивый, очень мне нравится. Ну, в общем, вот такой у меня получился комплект. Комплектом я очень довольна, я его уже тоже выгуливала. Очень мне он нравится. Ну, все, как он смотрится на всех моих манекенах, я вам покажу. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Все, всем всего самого наилучшего и всем пока. Narrow.